зубок. Ну что, ты готов? Ну, почти. А ты уже и ворота поставил? Ну, конечно. Ворот готовы, мяч на улице. Пошли играть. Понимаешь, Коксик, меня Леша попросил ему помочь разобраться с нашими поделками на чердаке. А что с ними разбираться-то? Ну, сложить их аккуратно, чтобы они не сломались. А то они там у нас валяются, как попало. О, вот Алеша самое время нашел. Как раз, когда мы в мяч играть собрались. Да, там делов-то всего на 5 минут. Я быстро помогу ему и на улицу, а? Ой, ну ладно, ладно, беги. Так уж и быть, подожду тебя. Да, хорошо, я сейчас. Ой, как же я ждать не люблю-то, а? Ну и вот что мне делать? Что, вот тут вот так вот сидеть и ждать, значит, когда зубок освободится, да? Когда они там с Лешей закончат поделки перекладывать. Ой, ужас. Ой. Не, ну сколько можно ждать этого зубка? Я сейчас просто засну. Не спи, Коксик, не спи. Не спи. Пойти, что ли, поторопить его? Да нет. Еще вон 5 минут подожду. А потом, что потом? Потом к нему что пойдем? Нет, лучше. Да, потом. Что? Ой, да уже почти 15 минут прошло, не 5. Ну, зубочек, ну я тебе это припомню. Я тебя тоже когда-нибудь ждать себя заставлю. Ты кому это грозишь так строго, Коксик? Ну, как кому? Зубку. Зубку? А где он? Вот именно, где он? Я его уже полчаса почти жду, а он все не идет. Да? А он знает, что ты его ждешь? Ну еще, мы с ним еще днем договорились, что пойдем в мяч играть, а его вишли. Леша попросил помочь наши поделки на чердаке разобрать. Наши поделки? Угу. Ой, это правильно! Они там в таком беспорядке! Вот они там уже полчаса этот свой порядок наводят. Кто? Ну кто? Леша и Зубок. А этот Зубок, ух, подожди, говорит, 5 минут. Обманщик! Этих 5 минут уже прошло, знаешь сколько? Значит, Зубок там Лёше помогает, а ты его тут ждешь, да? Ну, да. На диване? Ну, и тут вот на полу, и тут вот на диване. И уже все лапы отсидел, все бока отлежал. Да я вообще чуть был не уснул. Герой. Ну, ладно, сиди, жди. Ничего себе, сиди, жди. Ой, как будто я сегодня мало ждал. Ой, ну никакого сочувствия. Эх, доля моя, доля тяжкая, ожидательная. Здравствуй, ой. Коксик. А вот и мы. Вот и мы. Ну это просто, ну, ни в какие ворота не лезет. Я уже, знаешь, сколько зубок тебя тут вот жду. Понимаешь, Коксик, оказалось, что поделок очень много. Да, если бы не Зубок с Шуней, я бы до самой ночи разбирался. Так что спасибо моим дорогим помощникам. А я, мне-то каково? Я тут просто умаялся ждать. А чего ж ты ждал? Я Зубка ждал. А зачем ты его ждал? Чтоб в футбол играть. Мы ж договорились. Так тебе надо было не ждать, а прийти и помочь нам. Вот Шуня пришла, и мы втроем гораздо быстрее управились. Ну да, если бы ты сразу нам помог, то мы бы еще раньше закончили. Так меня же никто не звал помогать-то. Так ведь и Шуню никто не звал, верно, Шунь? Верно, никто. Но я подумала, хорошее дело порядок на чердаке навести. Надо помочь, подумала, вот. Да, и тебе не пришлось ждать, маяться, сидеть сиднем, как Коксику. Не пришлось. Вот это да. Это что ж, выходит, я неправильно ждал Зубка-то? Выходит, ждать надо как-то не так? Да лучше друга вообще не ждать, когда он занят каким-то срочным, важным делом. Просто пойти ему и помочь это дело доделать. Ну да, и тогда ждать не придется. Вот и раз.
получается, я сам себя задержал. Надо запомнить, как правильно дожидаться друга. Да, и я тоже запомню. И я. А в футбол-то мы успеем сегодня поиграть? Ну вот, если бы ты нам помог, то, может быть, вы сегодня бы и успели. Ну, а теперь только завтра. Ну, ничего-ничего, завтра наиграетесь. Давайте с ребятами прощаться. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго и ангела-хранителя. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением.